Добрый день, уважаемые зрители канала, подписчики мои дорогие. Друзья, кто не подписан на канал, поддержите канал подписочкой. Пишите комментарии от 3 слов, чтобы продвинуть наши видосы в рекомендациях. Ставьте лайки, наблюдайте за каналом, чем занимается канал. Знакомьтесь с нашими резидентами, задавайте вопросы. Приятного просмотра. Сейчас что-нибудь запилим. Огромное спасибо, ребята, за вчерашние донаты. Много комментариев по поводу, что жалко дедушку. Ну, на самом деле, жалко. И мне в том числе. Не совсем я бессердечный, как оказывается. Вот. И сейчас мы вот в верный магазин зайдем, купим что-нибудь, что дед может покушать быстренько, с удовольствием. Ну, там хотя бы 10 десяток яиц, какую-нибудь консервочку, рыбки. И пойдем навестим старичка и наших резидентов. Спасибо за донатики вчера. Скинул мне человечек на хостел. Спасибо огромное. Я переночевал в тепле, выспался. Хорошее настроение. И идем за продуктами. Заодно посмотрим, что тут. Сейчас проверим этого желудя на предмет качественного контента по поводу цен на макароны. Сколько хоть они в натуре стоят, макароны? Пойдем глянем. Никогда не задавался этим вопросом. Вот яйца. Ну, в принципе, вот. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось по этому поводу. Где макароны? Сейчас, желудь, мы тебя выведем на чистую воду. Это вот рис. Рис, греча, горох. Или это вика? Чечевица. Вернее, горох. Нут. Ну ладно, с ценами все понятно. Макароны я так и не нашел. А ради прикола посмотреть. Так, видос со стабилизатором. С ним. О, макароны. Или макароны купить. 69,99 он говорит все время, да? Вот они есть. По 49 акция. 62. Ну тут уже загоны пошли. 69,99 нету ни одних макарон. Внизу вон лежат по 15. 37. Так, что купить? Не, лучше, наверное, яички. Яички и консервы. Скумбрия. 70. 70. Яйца. Какие хуйни. Средней паршивости. Пусть хоть какие-нибудь съедят. Так быстро учат проверять яйца на целостность. Просто их сдвинуть с места, если они не прилипшие, значит они... Вот одно было прилипшее, вот это. Все, сразу закрываем. Нехера там выбирать. Следующее.
если яйцо прилипло, значит оно разбито. Это 70 140. Так, масло у них было, наверное, батончик деньги дедушки. Так, вот этот хлеб вкусный, ребят, рекомендую полениться. Очень вкусный хлеб, я обычно его покупаю. Хлеб, да, хлеб тут. Вот это не рекомендую брать по 13 рублей. Лучше взять. Я вот не люблю вот этот нарезанный хлеб. Нарезанный хлеб не люблю, но беру не себе, поэтому, думаю, поедят. Так, 42, 140. Ну и все, в принципе. Чай. Чай. Где у нас чай? Дедушки. Дедушки, чаечек. Чаечек, чаечек. Вот он. Какую-нибудь маленькую, маленькую пачечку. Чего-нибудь такого. Это что, кисель какой-то. Да, чая дешевого нету, к сожалению. Ну вот за 60 рублей, допустим. За 60 рублей. Ну, в принципе, все. Я думаю, достаточно. Так. Ну и по поводу там зашел, ничего не купил. Нормально. Сколько тут? 312 рубасов. Яйца, хлеб, чай, консерва. Ну и все, в принципе. Деду здесь, если так питаться, деду на два раза хватит покушать. Как минимум. Поэтому хватит ныть по поводу, что жрать нечего. Без очереди, круглосуточно. Бабки есть, иди кушай, что хочешь. Вот, Бутырский рынок. Бутырский рынок. Идем деда кормить. Так, ну, ребят, для информации, значит. Вот дома. Вот те пятиэтажки. По-моему, или в первый, или во второй. Живет эта Маша, панда. Ой, блин. Ну, а вот, в принципе, дом, в котором живет дед наш. А вот она, вся панда. И малек тут, блядь, нарисовался. Я ебу Али-Бабу, нахуй. Так. Ну, бабу на корабле заказывал. Я не пойму, блядь, вообще. Все, мы тонем. Вот он, блядь. Полностью. Нарисовался. Какого хуя приехал, блядь? Да нахуй, Сань, там нужно, блядь. А что там? Потом я тебе расскажу, блядь. Не платят бабки? Здрасте. Че, да руки обоссались с утра, блядь? Не, только вы этим антисептиком. Я прямо с утра. Куда вы собрались? Работать. На поиски. На поиски приключений? Я с утра, блядь, ты чего ушел? Я купил он яйца деда хоть покормить, блядь, схожу. А он, да там никто не откроет? Или вот кто там есть? Открой, есть. Бульба там? Там пиздец, Сань, блядь. Я зашел, я охуел. Народ, вот сколько. А Бульба? Там уже пьяный спит. Сашка там. Спит или откроет? Я уже не спит. Пойду, он яйца пожарит, деда покормлю. Чего, кодировка? Давай, иди. Иди, кодировка. Приходите. На водке нету? Не, вот на водку нет. У вас есть какая-нибудь мелочуга там? Или вообще ноль? Сань, дай сигаретку. Да, блядь, началось, ёб, на улицу вышел, блядь, малёк, нахуй. Ну, сейчас, стреляю. Я да ёбаные сигареты, нахуй. Короче,
газ только включи мне, а потом выключи. Ага. Не воняло. На. Я почему же не ушел? Там, короче, неделю, блядь, отпахло, понял? За угол. Надо еще неделю въебать, чтобы ты еще аванс получил. Да нахуй вам на такой нужен, блядь. Понятно, как и везде. Приезжайте, слава богу, люблю, куплю, играть, да и пусть играет, блядь, мне вообще. Давай, охрен, приходите. Я лучше в мой, Сань. Я понял. Вот видите, как все просто в Москве. На ловца и зверь бежит. Сейчас мы проверим пароль в подъезд. Обычно все говорят, кто маэстро? Пиздец, все открывают, я в шоке. И, кстати, вчера Святой приезжал, тут общий знакомый наш местный москвич. Вот. Он даже в другой дом попал, и то ему открыли по паролю маэстро. Сейчас вот здесь проверим. Так. Не скоро встанут. Дай. Маэстро. Открывай, давай. Сам дед, что ли, встал? Сам дед. Даже уже... Фу, блядь, даже в лифте, блядь, воняет перегорящим. Капец. Вот полпаласа на полу, полпаласа у деда. Так я выгляжу сегодня. Хейтеры, глаза, смотрите, все. Дверь эта не закрывается вообще. Как молоды мы были. Так, дед, сам что ли встал? Вообще я. Привет. Я же пока живой. Пока шевелить смогу. Здорово всем. Здравствуйте, Александр Николаевич. А можно у вас сразу вам первый вопрос? Уже две у меня отработали, нахуй. Один. Небольшой. Уже мелочь у меня забрали, сигареты забрали, все забрали. Все походу, да? Да. Явушку. Все почистили. Все подчистили, да, батя, правильно. Я пришел вчера, это подписчик перевел там немножко копеечек. Я купил яйца, Сань, бульба. Шевельнешь тему? Бля, только жрать, готовить цены. Тебя я пришел накормить, блядь, ты сдохнешь нахуй с голоду, ну, скоро. Я и сдохну. Чай, да. Свою баночку, да? Мы уже кормили. Короче, чай, яйца, хлеб и консерва, рыба. Не да, пожарь на всех, по чуть-чуть. Юрка все, блядь, пьет, нахуй. Нет. Че, как сам, с бодунища? Че я? С бодунища? Вот ничего, есть пока. Тихо. Вот куда ты тянешься? У нас есть еще хуже. Что такое? Честно. Под 5 отвали. И в общем. Что, чего, зачем, почему? Сейчас услышишь опять. Кто тебя батя? Кто тебе? У меня ничего. У меня все в порядке. Все в порядке. Если на, только на площадке. Я живой. Не, ну сегодня будет бодрячком. Не, нет. Видишь, уже хорошо. Бодрячком все. Ну, сейчас, может, чуть покушаешь. Асланчик, как температура? Блядь, ну его нахуй, это бульба со своими кинолентами. Температура есть? Нет. Нет? Надо померить. Я бульоны сделал. А то он может все запутать. Юр, у тебя температура, температура, настроение, давление, тонус, пульс, как? А ну-ка дай померить, Юр. Где градусник? Где градусник? Ты куда будешь его вставлять? Под мышку? Или в сфинктер? А что это такое сфинктер?
Не знаю, что такое сфинктер. Сейчас мы тебе покажем, бля. Не серьезно. Снимай штаны, нахуй. Опочка, что ли? Опочка. Ебать, ты скажи, ты уже стал старше бати выглядеть, нахуй. Да ладно. Посмотри на себя в зеркало. Сань, я не могу, я все в порядок. А хоть бы, блядь, на пару дней прекратили бы его бухать, нахуй. Ёпта. Эх. Батя с вами крякнет, нахуй. Ну, не знаю. Такими темпами. Таким и темпом. Месяца на два, мне еще хватит. Месяца на два? А че? Нихуя. Сколько ты уже в таком режиме летишь? Я что, считался? Считался. Так, погоди. Что никакого? Второго уже, да, уже? С полгода точно. С полгода, ну да. Сегодня второго. Ну, это перерыв и до этого еще было, да? История об этом умалчивает. Я сейчас просто проснулся, есть чего? Хорошо. Нет ничего? Еще лучше. Еще лучше. Да. А ну куда я тебе пятерочку дам такую? Эту, вот эту. Ох ты, батька. Молодец. Ты будешь жареное яйцо или тебе творить? Нет. Нет, все тут помогает. Сварить? Так, ну все, ждем еду. Скажем, все веселее и веселее. Веселее, да. Пошли вон, гоп-компания. Малек приперся, бля. А это что-то я не помню, что за товарищ. Кто, как я не знаю. Кто такой этот? Я не знаю, кто его? Вот. Привели, привели. Ну он спит, он... Похож на этого, на сержанта. Не знаю, кто. Он уже не сутки спит уже. Не, он уже вторые сутки уже спит. Какие вторые сутки? Я вчера вечером был у вас. Не знаю, кто. Четвертые сутки. Пылает столица. Мне его пугает, не знаешь, что ботинки его. Донская земля. По яйцам как даст, нахуй, так все так, и там яйца останутся. Строительные, что ли? С этими, с пластинами. Так, ну ладно, ждем обед. Ждем. Так, ну тут, так, более-менее, это, конечно, не порядок, но более-менее хоть не спотыкаются. Санечек тут кочегарит. Ой, эти путенькие тю-тю, тю-тю-тюрюшки. О, шмоточки постираны, все сушится, все ништяк. Видосик со стабилизатором. Сейчас посмотрим, запилим и это монетизацию. Посмотрим. Блин, что-то у меня последние ролики все желтые. Желтые, это не очень хорошо. Дай я хоть отодвину. Открою ему форточку. Блять. Ёбаные дебилы, ну поспали, откройте его форточку, проветрите. Чуть-чуть-то хоть, блядь. Стекла, капец, через них ничего не видно. Такой бидон из окна. Днем. Вечером я показывал. Вот так вот. Все тут недалеко. И космос здесь жил, Царство Небесное недалеко. И Маша здесь живет. Олег живет где-то километр с небольшим отсюда, длинный. Но остальные, в принципе, не москвичи. Этот с Подмосковья, Юрка Трисогорска. Телефон тут какой-то исторический. Что это? Тексет. Ну, это для старичков, у кого зрение плохое. Кнопки хорошо видно. Бучки. Блять, я не понимаю. Не понимаю. Не жив. Блин, документ он потерял. Вот еще какая-то балалайка. А, это калькулятор. Калькулятор, калькулятор. Одни калькуляторы. Потерял батя документы. Спиздили у него или
куда-то засунул. Неизвестно. О, шахматы зато есть. Ну-ка, все. Можем сыграть с кем-нибудь. Шахматишки. Тоже контент, кстати, ребят. Неплохо играл в свое время я. Даже защитил третий разряд. Юношеский. Не помню, там, в 8-7 классе. Ну, было дело. Так. Брат 2. Видеокассеты. Пойду знакомиться. Что-то чувак знакомый, не помню, кто это такой. Пока на видео не буду. Будильник. Смертельный номер. Творог все тот же, кружки все те же. А, вон колбаску одну почали. Колбаску почали. Блин, ну эти разговоры, они до добра не доводят. Че там, Саня? Да, блядь, крышку еще какую, блядь. В газу нету в самом? В самой плите, в духовке. Обычно туда складывают. Домохозяйки. Кто тут, Маша? Охую. О, еще одну сковороду нашел. Вообще эту сковороду ебать чугунная. А, ты на кастрюльку? Да. У меня были копейки, я им отдал. Можно какие-нибудь макароны было купить. Но, ну, что купил, то купил. Ну, да. Спасибо огромное, подписчики. О. Спасибо. Покормим немножко, о, ребят. Сейчас. Дима без зубы придет, вечно голодный. Деду самое наложи там. Яйцо, блин. Я дел святое. Насчет чего? Мусора не было. Вот. Пять. Нихуя не мать. Так, ну я, как всегда, бухаю драйв. Держи у себя пока. Смотри. Так. Яички, салатик, хлебушек. О, чуть-чуть пожуй. Дмитрий Валерьевич. Здрасте. Чё? Приятного аппетита. Приятного аппетита. Погромче говори, он не слышит. Ну, гуху я что делал? Че я говорю? Мне бы тоже оглохнуть в 70 лет, нахуй. Что Дим принес, рассказы? Хуяк. Жигули. Ой! Жигули. А я даже спрашивал. Валера, все, Олег, все, он больше не придет, он сказал, все, я домой. Олег Длинный? Да, он сказал, все, я домой больше не приду, он потому что сказал, ну его нахуй, наверное, здесь. Ну правильно, пусть домой идет, мамке тележку я чинит. Я сам-то здесь сейчас часик-два побуду и все, я пойду отсюда. Мне здесь делать нечего вообще, абсолютно. Здесь вино молдавское. Что здесь? Три причины, нахуй, которых я для себя знаю, не оставаться здесь. Три причины. Давай. Основных. За собой что-то чувствуешь? Первое. За собой я вообще, во-первых, ничего не чувствую. Первая, Дим, причина. Первая, это моя вина. Стол перевернул. Вторая. Вторая вина. Здесь пропадает все, даже документы какие-то, блядь, я не знаю. У кого пропали? Батины документы. А как это мы... А третья, Дим? Переворачивали. Уважаемый мужчина. А третья причина, что я фуфло двинул, да. Да, по поводу бутылки. Я свою бутылку принес, поставил на стол, ее, оказывается, нету. А потом она оказывается где-то там. Мне
приходится ее выпрашивать, я, блядь, какой на это, я говорю, что завтра еще сделаю. Я сделал так, что попал в отдел, потом еще раз в отдел. И я понял, что, короче, это болото конкретное. Вообще прям на самом деле. Да, надо трясина. Иногда менять обстановку. Трясина. Да ладно. Батя жует, молодец. Что тебе сосет и никак не засасывает ее. Что ж не засосет никак? Оп, молдавского. Тюдон. Сахаром душу. Мать надо так приложился. Ты хулиган, потому что ты пацанчик, хулиганчик, да? Я не хулиган. Так, ну все нормально, вроде. Слава богу. Димка пивка принес, сигарчушки принес. Не, дай я. Если Димка меня угостит, целая сигареточка. Димка, братка. Своего позволения. Можно я закупаю? Жуй, батя, блядь. Я не видел. За четвертый день не видел, как ты ешь. Батя, кушай. Вот пока вот тарелку не съешь вот эту. Тарелку не надо, она фарфоровая. Эх, опять фарфоровая. Опять все на блюдечке с голубой каемочкой. Не, это не блюдечко, это тарелочка. Так. А вот мне будут приносить на блюдечке с голубой каемочкой. Да ладно? Что? Машка сейчас придет, приготовит. Да, сейчас она. На это. А где она, кстати? Блин, не напоминай мне. Пожалуйста, это голос. Сейчас такое происходило, там вообще мама не горюй. На улице? Что она там, чудила? Да, поставлю. Да, как всегда, нибудь визит орёт. Не, ну она, конечно, по теме. Бульва, мы с тобой покурим. Ну, да, ну, зачем это надо все так делать-то? Ну просто все. Ну, бутылку масла посмотришь. Вот не, так, ну, вот так работают масло. Профессионалы, блядь. А масло есть. Нет, огурец, нет. Помидор, нету. Литруха. Блядь, а сколько нахуй готовили? Валер, живой? Да, брат. Все нормально? Спасибо. Я думал, сахар не там. Ну, слава богу. Потеря нашлась. Потеря есть потерь. Сказали, что он умер, утонул. Кто? Когда? Сказали так. А он живой. Давай. Он вчера был нормальный. Не. В общем, месяц назад сказали, утонул. Месяц назад, это может быть все. Больше. Все, малек, наработался. Да. Согнулась пила, блядь. Машка замерзла. Машка теперь туда пошла. А, все с мальком, да? Ты тебя опять холостой, блядь? Я не знаю. Опять? Ерок, опять холостой. Не, с Димкой буду. С Димкой? Я охуел вообще. Ёбни его, Дим, блядь, в ушаку нахуй. Я шучу. Сказали, у тебя майка крутая, блядь. Давай продадим. Где? Вот это. Толстовка. Вот это? Ну. Да на, продай ее. Супреме какая-то. Что, серьезно круто? Супрайм. Супрайм? Да. Нихуя, ты еще английский знаешь? Неужели вы не умеете по-английски разговаривать? Я Александр умею Катанов. По-немецки. Der Traktor, der Pasche, der Землю, der Нашу. Никому не нужно. Дольче Гармании. Дольче Гармании? Дольче в кармане. Как там? Доли Гармании. У меня одежды хватает. Гармания. Отец сказал, ковер можно продать за миллион. Не надо. Не надо? Не надо. Это память. Понял. Вчера говорил, продавай. Не помнишь? Вот, нет, не помню. Смотри, а то по пьяни вот так вот. Это память. И уходят вещи.
Я, прикинь, машинка вон уже на выходе стоит. Я пропрыгаю только я себя. Вот, все, я, поверь мне, кто мне предоставил крышу вот на голову, я вообще ни в коем случае. У меня дома такой же висел. Ни одного предмета нахуй. Не такой же, это ручная работа. 150 рублей и чекушка водки. Все. Это дешево. Дядька потом приходит, Юра, где, говорит, это дешево. Лежу, короче, сплю. Ну, давай вот про это, Юра, скажи. Понятно, про ковер понятно. А что ты еще из дома продал? Ничего больше. Пылесос тот цел? Пылесос стоит на месте. Он, кстати, тебе звонил. Пылесос. Сказал, вещи твои выставил на лестничную площадку. Я не видел. Больше ты в доме не нужен. Пищите от меня. Пищите. Отъебись от меня. Маш, только не ори, Маш. Вы ко только мне вот в берлогу залезьте когда-нибудь. Там найдется, что вам интересно будет. Надо сходить к тебе с это. С официальным визитом когда-нибудь. Говорю, я вам только Санька знает, где это. Ну, а куда деваться? Там холодно, мокро, Зато безопасно. Безопасно. Ну, что-то есть. Приобрести. Юр, ну сколько раз сегодня подтянулся? Расскажи. Отдохни. Я сегодня. Да ну, нахер. Давай хоть раз сможешь, не? Думаю. Я не знаю. Ладно. Давай, проверим. Вам чтобы тихо спокойно. Это не моя. Не твоя стихия, да? Нет. Садись, а то стол перевернешь. Что? Я сразу сейчас упаду. Юрий. Ты там размахивай. Рюмку. Да подожди, что тебе надо? Банкет продолжается, салатик пошли делать. Литруха. Литруха, помидоры, огурец. Там колбаска, Маш, есть. Маша. Машуля. Маша. Маня, там колбаса есть, принеси. Там есть колбаска в холодильнике, дай Сашке принеси, тоже, чтобы порезал. Или сама порежь. Хоть чуть-чуть что-нибудь закусывайте, ебаный насос. Батя, ты вот поел? Да, я яичницу. Нормально все. Нормально. Деле, не, поел яичницу. Не, ну я, блядь, я схожу сейчас. Так вот крутой суп. 10 раз спроси. Ребята, блядь, я не лезу. Я давала, сейчас сделаю. Кто там, малек? Малек, походу, да, там все это делать. Бать, 10 раз присесть надо по утрам, зарядку сделать. Чего? 10 раз надо присесть, холодной водичкой облиться. Ну это утром. Да, а сейчас что? У тебя же сейчас утро. Значит, я пока нормально сейчас чувствую. Я понял. Здесь, в общем, у нас в хате. Ну я не знаю, ну примерно 3-4 шеф-поварта. Конкретных есть. Один круче другого. Я, в общем, нахуй некого послать, да? Да. В общем, один уходит, нахуй посылает, и я сам сделаю. Другой, ну, в общем... Ну, это хорошо, поваров хватает. Это вообще хуйня какая-то получается. Я полная хуетень в натуре, блядь. Я жизненная. Что, Маша, не так? Ему нужно рюмочку налить. И вот нужно даже маленькую, Ну давай нальем, чё. А то же пожрать, не пожрать, это значит, жрать дело свинячье. Рюмочку. Хватит бить его. Что тебе больно? Надо его сюда поставить, а то Юрка возле стола сидит опасно. Может перевернуть нахуй всю систему эту. Все. Нага. Сразу за всех. Давай. Дай хоть ему кусок колбасы-то дайте. Готовь. Закуска градус крадет. Готовь. Вот нет, подожди. Дай огурчиками. Огурчик, батя. Давай.
даже огурцом не пахнет. А чем пахнет? Спермой твоей пахнет. Да, блядь, заткнись, такая чушь несет, блядь. Ебать ту лысу. По голове сейчас всех уебу нахуй. Носок нашел, не? На тебя. Да убери ты, блядь, Юр, заебал ты нахуй. Четвертый день ты, блядь. Четвертый день. Помоги его. Убери его, пока я тебя самого не наебнул. Сам с собой разговаривал, стенкой бился, блядь. Спать не дал. Пойду посмотрю, что там ребята делают. Ребятки, ой, чайник у них тут кипит, все шуршит. Бля, Саня солит. Юрк Трясогузку позови. Он охуенно солит. Вон, мальку даже нож доверили. Ебучие рога вы. Ну-ка, все, подожди. Чайник отключился? Да, да, да. Маня, не дебоширь. Да я звук включил. Да нахуй нужен звук. Человек попросил. А. Звук я знаю, музыку не надо, музыку, блядь. Саня сказал, что не надо. Какой Саня? А у нас один Шурик есть. У нас как минимум два. Это вот это по отчеству, вот тебе сказать. Да, как меня по отчеству? Да ну и нахуй, там один грохот, блядь. Я не знаю, что за фильм? Какую-нибудь комедию лучше включили бы. Саня, включи просто музыку. Да он же заканчивается, он же заканчивается. Я не знаю, как музыку. Сейчас мы включим. Гарри Поттер, включи. Да нахуй нужен. Русские фильмы надо смотреть, блядь, а не, не американские, нахуй. Да, это бригадирую. Американскую, блядь. Ну. Как этот фильм-то называется, блядь? Ну, блядь, любой он. Терминатор, включи. Такой обеднее, американский. Этот, блядь. Сейчас я вам включу фильм нормально. Девятого урота, вот девятого можно. Вот это. Не, ну это долгий фильм. Сейчас я вам включу. О, охуенное кино. Гарри Поттер. Что там еще какой-то? Да, не-не-не. О. Ну что, Калину Красного, да, посмотрим. Калину Красного можешь поставить? Хуясно. Вон, нашел. Любовь и голубь. Во, самый охуенный Маша, фильм любовь на планете. Это классика. А чем тебе не нравится? Танцуй, Машка. Чего? Калину Красного. Во, шеф-повар идет. Ой, как хлеб ровно нарезал, ты посмотри. Малек, как ты так хлеб ровно нарезал? Как ты так хлеб ровно нарезал? Там нарезают в магазине. В магазине, да? О, сразу все мордашки свои пьяные повернули в экран. Вот фильм, хоть музон душевный, бля. Приобщаемся к культуре питья. Малек, стол не переверни. Все, он разлил. Дим, пойдет кино такое? Да, ты устал? Нет, ну, смотрите, ну, знаешь, как ты понимаешь. Сам главное, слышь, не визжи от него, блядь. Для меня ты его... Маш, не визжи, Маш. Общество. Совместное, блядь, нормально соответствовало, блядь. Ну да. Всему этому. Малек, ну скоро, не? Шукшин, да? Шукшин там, да? Шукшин, да. Да, да, да.
играйте. Шукшин здесь играет. Нет, давайте здесь нет. Шукшина здесь нет. Я не хочу ездить, я хочу выпить. И присесть куда-нибудь, а? А, это золото. Дома. Ну выебывают. Тихо. Курва, лярва, серого, прорва. А? Пошел нахуй, блядь, заебал ты. Помолчи. Маш, заткнись на минутку, пожалуйста. Не обращай внимания. Будь поумнее. Да, это мало. Я уже услышал. Малой. А, малой. Дай-то хоть за стол кушу. Сейчас, возьмешь, я поднапьюсь тогда. А мне нальешь? Ничего. Можешь, я сами. Да, мне воды надо. Где воды? Без воды, вот. Ну что ты хочешь? Не хочу, я хочу воды. Воды? Ты мой, отдай деду. Ой, иди только иди, блядь. Нет воды. Бля, шо вы воды, блядь, ломать? Шинку купить. Можешь закусить. Помидоры. Я люблю, но я так не покушаю. Вот и воду, блядь, желудок, просто. Я знаю, но я не могу. Закрытая хоть? Да. Ну хорошо, они не выскажут. Ай, не выскажут. Про фильм вам немного расскажу. Режиссер Меньшов, сценарист Гуркин. В ролях Гурченко, Дорошина, Михайлов, Юрский, Лях, Тинякова, Лисовская, Сизаненко. Я что, должна была всегда? Откуда ты всех артистов знаешь? Да я половину не знаю, я вот загуглил. У меня есть друг охуенный, умный. Гугл называется. Ну все, хоть. Покупал голубей или нет? Вот такой получился, ребята, видосик. Долго не буду. Главное, дед покушал. Телефончик я записал. Позвоню, так как-то не знаю, с чего начать. Как там детям что сказать. Я думаю, они уже взрослые, если ему 70. Им уже по полтиннику, детям. Вот, поэтому... Нужно позвонить насчет деда, пока он правда. Пока ему правда не осталось 2 месяца. Вот. Спасибо огромное всем за донаты, ребята. Смотрите, проверяйте. Было много нападок по поводу денежных средств на меня. Но я думаю, все видят, куда, что, когда происходит. И что еще хотел сказать. Смотрите видео. И по поводу стрима, ребята, по поводу стрима сегодня, этот видос я прямо сейчас запилю. Вот. А по поводу стрима, нужен или не нужен, 4-й день уже, наверное, всем поднадоело. Ну, в комментариях напишите, нужен сегодня стрим или нет. Я сегодня здесь рано, сейчас побегу по делам. Вот. А вечером, значит, если будет много... комментариев по поводу стрима, нужности его, вот, то значит придем, сидим, пообщаемся. Вот Олег Длинный пошел домой, слава богу. Блин, вещи я ему не принес, у меня есть костюм на него, не принес, ладно, отнесу домой. Вот, ну эти где-то лазят, кто там, Малек, сейчас что-нибудь начудачат. Все, подписывайтесь на канал, ребята, кто вновь заходит, посмотрите видосы, посмотрите по названиям видео, что, когда мы делаем, чем занимается канал, чем занимаюсь я. Всем огромное спасибо за лайки, комментарии, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, имейте свое мнение, самое главное. Не стремлюсь я к великому количеству подписчиков, стремлюсь к качеству подписчиков. Все, кто с нами остается надолго,
Это незаменимые люди на самом деле. Спасибо вам огромное за поддержку меня, ребят и нашего канала. Всем добра, здоровья. До скорого.